Всем привет! В преддверии наступления зимы, неожиданно, казалось бы, мы покажем вам одежду для велосипедистов, которая подойдет именно для холодной поры року. Это штаны. Штаны называются Pearl Izumi Thermal. Моделька называется Select. Вот такая вот. Size L. То есть это размер L представлен конкретно на мне. Бывают они, конечно же, и в других размерах. Что здесь интересно? Во-первых, здесь есть памперс. Вот такой вот Tour 3D. То есть это полноценный памперс. Затем это Pearl Izumi. То есть это американский бренд. Хорошее качество, хорошая вещь. Замечу, что L здесь идет полноразмерный. То есть это полноразмерный американский размер. Чем хороши эти штаны? Тем, что они сделаны из двухслойного материала. Здесь вот идет такой как флис, а здесь еще и виндстоппер. Вот тут вот имеются застежки на голени. Здесь мы видим вот такой вот небольшой тоненький материал типа флиса. В принципе, штаны эти больше рассчитаны на зиму, конечно, не холодную, то есть не в минус там 10, минус 15, а скорее в 0 градусов мне будет более-менее комфортно. Здесь есть светоотражающие, кстати, элементы. Очень удобно, чтобы ночью у вас было хорошо видно, потому что штаны полностью черные. Что еще примечательно, штаны эти без лямок, то есть они просто одеваются таким вот образом. Есть еще здесь вот такие вот два шнурка, которые можно завязать, если вам кажется, что они там с вас спадают или еще что-то, вы можете завязать, в принципе, нормально будет. Сзади они вот так выглядят. В принципе, если вы подберете размер под себя, то будет очень комфортно. Они нигде не жмут, не давят, ничего. Все очень удобно. Очень так сделано правильно. Есть еще и верхняя одежда тоже для зимы. Ее мы покажем в следующих обзорах. Ну а пока что я с вами прощаюсь. Всем спасибо за внимание. Пока!